Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Поехали, пожалуй. Так, тут еще... Ого, ребят, наконец-то у нас Черепашки ДНК открылась. И нам достается Микеланджело, причем две. Ну что же, неплохо. Так, доллары, 3 бакса всего лишь. Так, мутагенка еще даже не успела, ребята, накопиться. Так, подняли уровень персонажа, забираем. Что у нас тут еще? Так, пройти серию испытаний. Обязательно мы это сейчас с вами сделаем. Прям, так сказать, с пылу, с жару нападем, разбомбим. И дальше мы с вами пойдем потихонечку. Ну, здесь уже буду я сам рулить, поэтому все будет у нас тип-топ. Ну, что ты там пукаешь, блин, пулялкой своей? На-ка, выкуси. Так, секунду, ребята. Давай-ка вот... Нет, вот этот мне раздражает, этот... Как его, саблезуб? Хе-хе, и мимо. Тогда получи плюшечку, нормуль. Так, давайте, ребят, подхилимся маленечко, да? Я думаю, это будет самое то, что нам нужно. И уже будем наказывать с вами этих ниндзя-футовцев. Что ты, родной, там расстрелялся? Так, волна вторая у нас. И здесь, как обычно, наверное... А, нет, я попутал, ребят. Хотел сказать, что как обычно, Бибоп и Рокстеди. Нет, конечно же. Здесь у нас Джастин, Пиццелицей и Пульверизатор, да? А ну-ка давай, опс. Контрушечка, как говорится, от Криса. И Лео делает вертушку. Блин, Лео, ну я, конечно, все понимаю, но добить-то мог бы кого-нибудь хоть. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот Джастина пырнем. Хоп, блин, да ладно. Ай-яй-яй, что там? Какое-то облако сделал. Ну и за это поплатился, ребят. Воу. Ничего. Это что так? Это... Охренеть. Это был супер удар? Я такого не видел, честно вам скажу, ребята. Это, видимо, уже там какая-то там стадия. Четвертая, пятая. Так, ну-ка давай-ка нагни его. Пиццелицей минус. И, соответственно, ребята, мы пульверизатор. Да, все, уничтожили. Блин, нифига он бомбанул со своей ракетницы. Я такого супер удара не видел просто, ребят. Поэтому... Для меня это было новиночка. Ну что же, поздравляю нас, ребята. 81 уровень мы с вами зарабатываем. И колодушка. 80 пиццы, 3D очки, 1300 мутагена. Так, 2800 сюриков, 9 этого мороженого сыра и мондагека. А это означает что, ребята? Что мы сейчас с вами сможем проапать. Помните, да? У нас же там висят... Ребятули, которые ждут своей участи. И мы, естественно, им поможем в этом. Так, 60 этого. Так, нож для пиццы. Пицца, 5 сюрики и 5 долларов. Ух, шикарно. Ну что ж, давайте идем сюда. Знаете только, что для меня сейчас проблематично. Определиться, кто же нам все-таки важнее. Пиццелицей или Гекко? Для меня это, так сказать, ребята, загадка. Тут, смотрите, у нас есть острая пепперони. Это, помните, когда он сосисками бьет. Так, сыра побольше, но, по-моему, делает плевок. И зомби-пицца. Это когда он пиццей бросается, да? Так, а у... что у нас у Гекко? Давайте-ка глянем. Ага, он увеличит вероятность крит-удара. Да? И также может блокировать... способности на один ход. Блин, я даже не знаю, ребят. Ту-ту-ту-ту-тус. Блин, и того хочется. Ладно, ребят, давайте, наверное, мы с вами все-таки начнем с Пиццелицева. Да, будем Пиццелицева с вами прокачивать. Поехали. Тэдэнс, ну что, радуйся, Пиццелицей. Ты у меня стал серебряным чувачком. Да. Именно так. Слушайте, у нас с вами... Блин, очень много, ребята, мутагена. Вот жалко, что сюриков не хватает. Так бы мы могли бы еще прапать и Гекко. Но, к сожалению... А, нет, не смогли бы, ребята. Осколков-то не хватает. Да, жаль, жаль. Ну что ж, давайте выполнять тогда остальные задания. Так, нам нужно найти. Кого будем искать, ребята? Будем искать... Ага, у нас тут караечка, ребята, на подходе. Ё-моё. Нам всего лишь две ДНКшки не хватает, чтобы ее тоже можно было прапать. Так, одну ДНК мы уже с вами нашли. А ну-ка.
Ну ладно тебе, хорош баловать. Давай уже мне эту ДНК карайки. Все, все, ребята. Вот она. Так, а что? Оу, так это мы сейчас сделаем легко и просто. Давай-ка. Опачки, 4 серебра она получает. И, ребятушки, мы получаем новый навык. Покров тьмы. Карай сражается вместе с союзниками. В начале хода есть вероятность 10% улучшить уклонение союзников на 20% на 2 хода. Хм. Шанс, конечно, очень маленький, 10% всего, но тем не менее он есть. Ладно, а для того, чтобы поднять ее по рангу, что нужно нам для этого, а, ребят? 330, понятно, а у нас, ой, елки-палки, нам копить еще и копить. Ну что же, хорошо, ладно, мы карайку с вами, ребята, улучшили, теперь давайте брать на прицел следующего. Бакстер, конечно же, Бакстер, ребят. Он ближе всех к поднятию ранга, поэтому мы будем, как говорится, его искать. Так, ну что ж такое, что ж не везет нам с поисками-то, а? Отлично, все пока хорошо, ребята. Как только там засветится у нас, что задание все выполнено, мы сразу это дело прекращаем. А пока ищем. Так, еще одна ДНК. Давай-ка следующую. Отлично, идем. Так, ну что же, вот еще у нас 3 попытки есть. Фартит. Так, ребят, ну в принципе мы выполнили задание. Давайте здесь все это дело заберем. Вот так вот. 160 сюриков все равно маловато, пока не хватает. И что? Так, давай вот это вот мы тоже обменяем. Так, отлично, ребята. Пока я смотрю, мы никому ничего не можем улучшить. Я имею в виду из спецударов. Обычно там что-то есть, но, как видим, тут все у нас пусто пока. А нет, смотрите-ка, у Бибопа можем что-то. Да, мы можем воздушный прыжок. Я улучшу, ребят. До 3-й ступени. Отлично. Так, и, наверное, вот теперь точно уже все. Сейчас глянем по-быренькому с вами. Так, тишина, тишина. И тут, да, все, ребята, остальное в тишине. Блин, сплинтер, всего лишь одну ДНК, ребята, и мы откроем его. Эх, у остальных, конечно, еще все слишком... Нет, ну почему? Рокстеди классический, в принципе, да, 8 ДНК тоже будет у нас открыт. Ну это дофига, блин. Да, Усаги Едзимбо. Он мне тоже нужен, ребята, если честно. Блин, а вот Кренга. Где Кренга вот этого взять, классического? Ни разу еще не выпадал. Ну уж про Супер Шреддера я молчу. Ладно, ребята. Как говорится, посмотрели. И давайте теперь уже, наверное, пойдем с вами... У нас пицца собрата? Вся? Да, вся собрата. Так, на арену? У нас с вами, ребят, только арена осталась. Я надеюсь, у нас успела откатиться, потому что я сегодня еще втихушечку за кадром поиграл, малька. Так, давайте вначале мы определимся с вами, будем драться. А тут все одинаковые, поэтому выбираем любого. Я хочу, например, вот с этими. Поехали, давайте посмотрим. Надеюсь, есть. Откатики, ребята, у нас есть. Поэтому вперед, как говорится, и с песней. Да, мне придется выбирать этих ребят, потом делать еще один откатик. А вот эти, конечно, у меня просто... жаль. Ну а что ж поделать, ребята. Как говорится, мы в Лиге Сёгунов, а тут шутить не привыкли, ребята. Тут все очень жестко у нас. Так, кого нам накрыть? Давайте майки, наверное, накроем. Опс. А он успел все-таки свой танец сплясать, а? Гаденыш, упырек. Ну тогда за это получи. Хопа. Ладушки. Блин, он защиту делает. Донни сделал доп защиту для всех причем. Ну-ка. Ой-ой-ой, слабо пробиваем. Ладно, я, ребята, делаю провокацию Рафиком. Вы прекрасно знаете, для чего это все сделано. Чтобы он мог вот так вот раздавать люлей, как говорится, в ответку. Ага, так, что ты, роднуля мой? Давай-ка мы, наверное, вот так вот Донни уничтожим. Оу, не понял. А почему? Почему Донни выжил? Давай-ка защиту нафиг от греха подальше дополнительно поставим. И нет, хил нам не нужен, просто его сейчас накажем. Вот Бибопчика просто вот так. О, блин, да что ж такое-то? Я думал, сейчас мы его уроним, но не вышло. Так,
Что ты свой шар с портала достаешь, гаденыш ты такой. Оу, Дони, пока. Блин, смотри, ребят, тоже есть эта хрень. Ладно, победа за нами, и это уже хорошо. Так, ну самое удивительное, что мы сегодня, ребят, получили 81 уровень. Хорошо, так, мутаген получаем. И нифига, я уже на 71 позиции. А знаете, сегодня до какой я был? На 31, по-моему. Как быстро меня тут... Офигеть, ребят. Буквально еще часика 2-3 бы, если бы я продержался, ну, не зашел бы в игру, меня вообще бы, наверное, скинули бы с Лиги Сёгунов. Опупеть просто-напросто. Так, ну что же. А видите, у меня там долларов очень мало. Ребята, я покупал вот эти вот порталы. Так, ну что же, давай тогда сделаем с вами... Кого бы нам наказать? Давайте вот этих вот ребят попробуем. Ну, естественно, придется откатики делать. Давайте-ка мы это дело провернем. Кстати, сколько там стоят эти порталы? Я уже и забыл, если честно. Ну-ка, дайте-ка освежить мне память. Ага, 250, это только 10. Не выйдет, ребятушки, не выйдет. Не хватает бакинских. Ай-яй-яй. Надеюсь, мы все-таки успеем продержаться и... Так, черт. Черт. Давай вот этих возьмем. Продержаться и, как говорится, продержаться и удержаться в Лиге Сёгунов. Так, 61-е, 58-е. Оу. Даже так? Ага, тут вообще шутить нельзя, ребят. Тут серьезный противник у нас. Почти как мы, на равных идем. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами попробуем Доника наказать. Ага, не получилось пока. Давай так хлопнем его. Замечательно. Так, делаем, наверное, вертушечку от Леонардо. Опс, черт, подери, слабенькая она какая-то. И провокацию Рафиком. Да, сейчас Рафик будет у нас получить... что ты делаешь? Что это такое было сейчас? Не знаю, что он там сделал. Но, видимо, что-то такое плохое. Да ты достал уже своей защитой. Пум. Зэк, голова твоя что-то плохо сработала как-то. А что, у Сплинтера автоматически, что ли, контр? Точно, ребята? Ха, он контрит сам по себе, не по-детски. То есть, это у него как врожденный, что ли, скилл? Ну, по ходу дела, да, ребята. Так, ну, что ты? Что? Блин, ты достал со своей этой базукой уже. Падай. Нет, не падает. Ну-ка, если так сделаем. Оп, упадет. От постепенки, ребята, рухнет. Как пить дать, ага, вот. Так, я хиляюсь. И что же нам... Ну, давай, наверное, с него начнем. Ай, разбомбили, как хорошо и быстро. Так, остался лишь один Доник. А что Доник здесь делает? Ничего, ребят, не сделает он. Абсолютно ничего. Да, мы проходим. Блин, а вот теперь хреновенько, ребята. У меня все, как говорится, закончилось. Абсолютно все, все откатики. И не смогу я дальше. На какое хотя бы место я упаду сейчас? Ну-ка. 48-е. 48-е, ребята, блин. Ай, так, награды. Посмотрим, сколько можно тут получить. 65 осколочков. Это вам, ребят. Ай, тьфу ты, не туда смотрю. Ёлки-палки, 35, вот это уже грустно. 35 осколков, 80 золотых. Но зато сюриков довольно прилично дадут. Мне как раз хватит на апчики. Ладно, ребят, главное отсюда не упасть. Конечно, в идеале хотелось бы где-нибудь вот здесь вот. А лучше вообще вот здесь вот. Да, но об этом только мечтать нам. Что я еще могу сегодня сделать? Замутить что-нибудь могу? Так, по испытаниям. Ну, здесь нам, по-моему, ребята, ловить нечего. Вы помните, что тут нас... Тут нас... Да, тут нас раскромсают в пух и прах. И не поморщится. Здесь у нас с вами все точно пройдено? Все, что мы могли? Или не все все-таки? Так, 70-е, 75-е. Как-то не... Очень мне льстит их проходить. А здесь? А здесь у нас вот здесь. Эпизод 6. Ну-ка посмотрим. Да что ж такое? Тут тоже 65-й и 60-й. Ладушки, давай посмотрим сюжет. Глянем. Глава 6. Ну-ка вот сюда вот мы с вами
зыркнем, 72-70-е. Ладно, ребят, была не была, я пошел. Я пошел, может быть, вдруг нам здесь повезет и мы пройдем. Не пыхти нафиг ты. Оп, молодец, Рафа, молодец. Вот ненавижу я вот этих ребят. Оу, как же они тут больно бьют. Хорошо. Так, нам нужно... Да нам, в принципе, здесь нужно всех наказывать. Так, вот этого нужно обязательно, ребята, наказать, потому что у него двойная атака. Мне это нафиг не нужно. Хиляться придется. Так, хильнулись и дальше добиваем. Черт его знает, кого тут лучше добивать. Блин, ну я думаю, так надо делать. Ага. Малорик. Что он там делает? Ладно, это простительно. Что они по два раза-то ходят, гады эти, а? Я не понимаю. Ну-ка, звездани ему. Пробьешь, Крис? Пробил, но не добил. Опс, упал. Так, вторая волна, тут всего три. Оу, так. Ну что, муха навозная, давай, наверное, потанцуем, я так понимаю. Или этого лучше грохнуть? Эти-то тоже... Не, давайте, ребята, наверное, так сделаем с вами. Так, добьем? Есть, отлично. Так, давай вот этого ханурика теперь попробуем. Или этого... Блин, я даже не знаю. Давай так сделаем. Постепенночка висит, отлично. Ну-ка, добей его. Ух, красота. Бакстер, Ай, Зек! Зек, не падай, пожалуйста. Не падай! Чертова пуха. Так, что можно сделать такое? Чтобы замутить? Я не знаю, ребят. Он еще и в защите. Ух, провокацию ставить, что ли? Не хочу, ребят, если честно, провокацию-то ставить. Блин, Зека потеряю. Потеряю Зека, стопудово говорю, ребят. Черт, это муха навозная еще нервирует. Ну-ка, бомбани. Не добили. Не добили, ребята. Все, упал Зек у меня. Фух, печаль. Грустно мне стало вдруг что-то. Ну, ладно, хорошо, я надеюсь. Хотя бы на третьем раунде мы с вами... Да что ты, отхиливает он, гад. На третьем раунде хотя бы мы с вами можем, сможем кого-то там завалить. Так, сейчас я, ребят, добью этого гаденыша, отлично. И муха навозная. Ну-ка, сейчас будет мимо? Тихо ты, мне еще давай Леонардо урони здесь. Моего последнего хиллера здесь. Давай-ка хиляться, Лео. Нафиг от греха подальше. И продолжаем бомбить Баксера. Да что ж ты не падаешь-то, а, Баксер? Что ты там, плюешься, гаденыш? Вот ты доплевался. Так, третья волна, кто у нас здесь? Ага, Стиранко... И Зек. Стиранка нафиг надо уничтожать, ребята. Хотя и Зека тоже. У них у обоих массовые атаки. Уху-ху-ху-ху. Что же делать? Давай так попробуем. Пробью, нет? Н-н-н. Крепкий браток оказался. Лео, 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 держись. Так, надо провокацию, наверное, ребят, тут вставлять. Если... Черт тебя подери. Лео упал. Ребята, упал Лео. Ладно, хорошо, я постараюсь. Блин, ты посмотри, нифига этот. Черт, этот провокацию еще повесил на себя, а. Мне никак, ребята. О-о-о. Ну что же я могу сказать, ребята. Очень-очень хреново у нас тут обстоят дела, очень хреново, блин. Этот со своей провокацией, гад. Опс, Рокзар-то как получил сейчас. Ай-яй-яй. Этот еще вертушка. А вертушка, видите, ребята, очень много отнимает хп. Так, надо этого гада бомбить. Так, пробьем, нет? Есть. Понимаете, в чем дело? Что этот сейчас достанет свой вонючий пулемет? Да нет, ему даже пулемет не надо доставать. Он так разбомбил. Ой, ребята. Ну, не знаю почему. Ну, не потянули, ребят, не потянули. Вы сами прекрасно понимаете, что враг в разы меня сильнее, в разы. И это было чудом, если бы я бы прошел. Так, давай зайдем в главу 7. Ну, с этим-то олухом это... Нет. Тут, естественно, ребята, мы тоже с вами не сможем пробиться. А что ж мне тогда остается делать, ребята? Стоять просто-напросто и качаться, ждать момента?
Больше никаких вариантов, ребят, не вижу. Раскачивать своих бойцов. 21 тысяча мутагена. Так. Ну, если даже вот эти у меня братки 70 уровня, да? Ну, предположим, мы с вами... Кого вот лучше, Рокзара или Лео? Или Зека прокачивать? Вопрос такой довольно щекотливый, да? Я вот думаю, что Лео. Лео он почему хочу, ребят? Ну, во-первых, он хилит. Во-вторых, у него вот эта вот массовая атака. Причем довольно крутая. Кстати, может быть, нам с вами поискать на нее... Ну-ка, давайте-ка вот здесь вот шуркнем по Шурику с вами. Может быть, надыбаем. Нет, пока не надыбали. Что там надо-то, я забыл. Нужно... Ага, один знак. Хорошо, давай найдем, попробуем найти. Так, а сейчас? Так, один знак нашли. Ну, у нас, ребята, порталы сейчас кончатся. Вот что я вам скажу. Так, знак мы нашли, и дальше нам нужно аж 6, ребята. Аж целых 6 магнитофонов надыбать. Блин. А, 3 звездочки нужно. Понял, понял. Оу, а у нас почему-то здесь нигде нету 3 звезды. Эпизод 6-6. Это где такой, ребята, эпизод 6-6, который у нас не пройден на 3 звезды? Я что-то не понял. Это вот здесь, вот с этими вот лопухами у нас не пройден? Да ладно. Конечно, в бой. О чем тут можно говорить? Подожди, эпизод 6-6. Я потом, ребята, гляну, хорошенько сам туда зайду и посмотрю. Какого перепуга у нас здесь на 3 звезды не пройдено? Это не порядок. У меня должно быть все в идеале. Так, ну-ка давай. Опа! Этот дохлый. Постепенно сработало удачно, ребята. Так, я, наверное, повешу контр на всех. Чем будем здесь телепунькаться, да? А вообще вот так вот сделаем. Тресь! Лежат. Так, вторая волна у нас из 3. Ну что, лошпенчики, повеселимся маленько. Оп, минус. Ну, да они тут все у нас, ребята, ватные. 49 уровень. Бьем и не морщимся, просто смеемся им в лицо. В наглую причем. И третья волна, там кто у нас? Тигр, Рокзар и Саблезуб. Никаких проблем вообще не вижу с этими ребятулями. Даже если тигр сейчас, хотя он, наверное, не успеет, ребят. Он даже не успеет свой ствол достать, смотрите. Вот о чем я вам и говорил. Так, теперь я могу вообще тут веселиться как хочу. На, блин, на тебе. Оп. Ну что же, зато, по крайней мере, ребят, на 3 звезды пройдено. И могу здесь уже фармить магнитофоны. Ну-ка. Достанется мне сейчас магнитофончик. О, ребят, видите? Почему-то катушка с пленкой называется, блин. Хотя это на самом деле магнитофон, блин. Хорошо. Так, давай посмотрим, почему у меня вот этот эпизод не пройден. Ага. Погоди-ка, погоди-ка, 71-й, 71-й, 69-й, 69-й. Слушай, это не который я только что проходил? Не он разве? Так, а здесь у нас 75. Ну-ка, что у нас тут за вражки? Так, 64-й... Пу-пу-пум. Ну, я не знаю, ребята, можно, конечно, попробовать пройти на 3 звезды. Ну, небольшие сомнения у меня, конечно, есть. По поводу, вот, босс, скорее всего, заколбасить может. А, чё гадать, ребята, поехали. Может быть, а вдруг, как-нибудь. Так, да-да-да-да-да, блин. Так, Рокзар. Лео держит удар. Блин, Рокзар здесь, ребята, слабое звено у нас получается, да? Ладно, попытаемся. Попытаемся как-нибудь здесь, как говорится, блин, выжить. Давай защиту дополнительную, на всякий случай, фиг его знает. Так, понеслась. Лео, Лео они бомбят, да? Хорошо, я думаю, что... Ах, они еще и ворот на всех поставили. Давай попробуем наказать таракана бронированного. Неплохо прожарили. Так, пробиваем. Не, ну защита дополнительная, это, ребята, хорошо. Это очень хорошо, потому что вы сами прекрасно видите, они уже держат удар. Так, давай-ка эту крысу с вами убьем. Нет, не убили. Ну, сейчас мы ее вот так вот.
Так, Рокзарчик, ты, главное, держись. Хиляться я пока думаю, не стоит нам. Пока не стоит. Упадет, блин, мимо. Ну-ка давай, вот так вот. Блин, я даже не знаю. Хочется, конечно, звездануть суперударом, ребят, но не стоит. Не стоит вот это тратить именно сейчас. У нас еще тут очень много волн будет. Так. Тлю эту мы запинаем сейчас. Есть. Ну что же, волна вторая из трех. Ага, вот оно что, ребята. Тут у нас грибочки. Тут у нас грибочки. И, естественно, эти грибочки нужно, ребят, как можно быстрее нужно нам уничтожить. Бум, один есть, хорошо. Давай вот это тоже. О, шикарненько. Так, уже плюс, ребята. Так, хорош, блин, все в Рокзара, ребята. Они в Рокзара пинают. Я даже не знаю, из одного стоит ли хиляться, а? Что-то как-то... Что-то вот, честно скажу, не особо хочется, ребят. Просто из одного тратить целый хил. Когда мы можем... Ну-ка, дай-ка вот так вот сделаю. Оу, шикарненько, ребята. Слушайте, а есть шанс-то? Есть. Вот так вот. Вот, блин, босс, он же сейчас, наверное, в Рокзара-то и звезданет. Так, хорош, я понял, что ты здесь просыпаешься. И... Так я и думал, сейчас, блин, будет в Рокзара бомбить. Попробуем, ребята, его за короткий срок забомбашить. Блин. Я не знаю, или лучше хильнуть, или лучше атаковать, ребята. Я все-таки, наверное, хильнусь. Я попробую, ребят. Я, может быть, грубейшую ошибку сделал. А вот так вот, если мы... Слушайте, а у него, по-моему, массовая атака же есть, да? Ой-ой-ой. Хорошо, давай вот так еще попробуем сделать. Я уже, ребят, всякими путями... Оу-оу. Нифига он. А я что-то, честно говоря, и забыл, что он так может делать. А ну-ка попробуем. Он нам, конечно, и атаку снизил. Вообще офигенно, ребята, как-то. И защиту. Я-я-я-я-яй. Ну давай, родной. Давай, Крис, ты мне нужен сейчас. Ты мне сейчас нужен. Блин, ладно, Рокзар, давай, бомби. Так, тихо. Бомби. Е, ребята. Мы прошли идеально. А это означает, что я тоже этот уровень смогу потом фармить, если мне что-то нужно будет. Тот же самый магнитофон. Фух, отлично. Да, и он нам выпадает. Шикарненько просто. Слушайте, а как вы думаете, вот этот вот эпизод 6-6 я смогу пройти на 3 звезды? Блин, ну сомнения, конечно, вообще просто офигенные, ребят. Потому что здесь, ну, очень жестко, если честно, очень жестко. Здесь 64 уровень, да, у нас были только что. А там 71, 69, то есть большой довольно-таки перевесик у нас. Да, так что, я не знаю, 4 магнитофона всего лишь, ребята, осталось 4. Да, как говорится, и хочется, и кольца. Ну, все-таки, я думаю, ребята, есть смысл поднять ему уровень. Я думаю, что вы не будете против, если я вот так вот сделаю. Да? Он все-таки заслужил свое, я думаю, ребят. Так, какой у нас? 64-й. Ну, Рокзарчика потом можно будет прапать маленько. Да, ну, а в этом, в принципе, ребятушки, и все, наверное, да? Больше мы пока сегодня ничего с вами сделать не можем. Тут осталось, ребятушки, совсем немножко времени до сброса. Ну, я имею в виду, что мы... Оу! Ежедневную награду уже можем получить. $85. Эх, а мне нужно 250, ребят, чтобы я мог еще 10 порталов купить, точнее откатов. И еще бы мы с вами могли бы 2 боя сделать в легкую. Но пока никак. Не знаю, сегодня или завтра у нас будет этот сброс. Так что, ребятушки, давайте закругляться. И, как говорится, увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых видосиков, ребята.